День добрый. Сейчас будем заходить в Michael Kors. Со вчерашнего дня акция минус 20%. Даже на новую коллекцию и на старую коллекцию тоже будет минус 20% от красной цены. То есть скидка от скидки. Сейчас все покажем, расскажем. Пойдемте. Так, масочку одеваем. Покажем все стенды с максимальной ценой. Минус 20% от красной цены тоже действует акция. Сейчас общим планом и детально покажем. Пошлите, самые... Хорошее предложение сейчас на рюкзаки. Это в большом размере. Натуральная кожа. 129 евро и минус 20%. Изначально было 450 евро. Сейчас 129 евро минус 20% от этой цены еще. То есть размер large, большой. И также есть в конве. Кванто. И в среднем размере 109. Это средний размер, это большой размер. 109 минус. Здесь модели. Также есть вот такой рюкзак комбинированный. 129 евро. Текстиль и кожа. Все это натуральная кожа. Здесь текстиль с монограммой. И, кстати, черный есть полностью гладкий. 89 евро. Минус 20%. То есть вот их три размера будет. Мини. Средний. И большой. То есть получается 89 евро. 109, 129 евро. И еще от этой цены минус 20%. В маленьком размере идет фурнитура серебро. Так, уберем на место. Дальше эти показали. Такая модель Rolls 129 евро. Минус 20%. Такая модель тоже 129 евро. Минус 20%. Тоже все это натуральная кожа. Такая модель 89 евро. Еще недавно она стоила 119 евро. 89 евро минус 20%. И вот эта сумочка тоже мягкая, зернистая кожа. Давайте посмотрим цену. 149 евро. Нет, должна быть дешевле, мне кажется. Показано 149 евро. Ну и минус 20%. Давайте уточним потом по этой сумочке. Мне кажется, она раньше стоила подешевле. Такая модель у нас. 149 евро минус 20%. И была в черном, но в черном уже не осталось. Такой шопер на замке. 109 евро. Модель Charlotte. 109 евро минус 20%. Так, еще вот в черной сумочке кроссбоди. Можно так, можно так. По цене 129 евро. Минус 20%. Не забываем, от этой цены все будет минус 20%. Идем дальше. Такая модель. Здесь красного ценника нет. Сейчас здесь посмотрим. Здесь тоже нет. Сейчас внутри посмотрим. Есть 129 евро. Модель Avril. Это самый большой размер. 129 евро. Потому что такая же модель есть, например,
Вот в таком цвете, средний размер, комбинированная кожа и замша. Это средний размер. Плечевой ремешок 109 евро, минус 20%. То есть это получается большой, и это получается средний размер. Также есть вот в таком лососевом цвете. По цене 119, видите, зависит от цвета. 119, минус 20%, это 109. Есть в цвете фуксия. 129 евро. 129 евро. Все это средний размер. И вот здесь есть еще модный цвет. В каждом бренде сейчас есть в этом году. 109 евро. Минус 20%. Так. Идем дальше. 129 евро. Еще недавно стоило 149 евро. 129 евро и минус 20%. Шопер 89 евро и минус 20%. Кожа Софьяна. А, кстати. И вот такая моделька еще есть Аврил. Смотрите, комбинированная кожа. Здесь идет перфорация в виде МК. Серо-голубой цвет такой. Натуральная кожа плюс замша. По цене сложно сказать. Ценник здесь неправильный. Ну, тоже около 129 евро, ну и минус 20% должна быть цена. Так, здесь все показали. Внизу здесь посмотрим. Маска, естественно, надоедает. Сейчас маску поправим. €129 модель Hope. Минус 20%. То есть центральный на замке отдел и два на магните. И есть плечевой ремешочек. На ножках. Два шопера вот таких есть. Средний и большой размер. Для сравнения. Ну, что-то ценник, конечно, дорогой. 179 евро в таком цвете, темно-синим, 179 евро, минус 20%. И в самом большом размере 199 евро, минус 20%. Ну, достаточно высокая цена. Зависит, видите, от цвета. А вот модель. Это и бутиковая коллекция. 129 евро. Минус 20%. Плечевой ремешочек. Есть пыльник. Пыльник только бывает у бутиковой коллекции. Мягкая кожа. Видите? То есть... Здесь еще есть кармашек. Ну... Бутик отличается, чем модели от аутлета. 129 евро, минус 20%. Такой шопер у нас 109 евро. Минус 20%. И сзади есть еще большой шопер. Дорогой, 199 евро. €199, минус 20%. Ну, это самый большой размер. Так, здесь показали, идем дальше.
Такие рюкзаки. 109 евро. Еще недавно они были 139 евро. Сейчас 109 евро минус 20%. 109 евро, да. Центральное отделение на замке и два отдела. 109 евро минус 20%. И здесь еще есть кармашек. Тоже все это натуральная кожа. Можно носить вот так, как сумку. Такая модель 129 евро. Минус 20%. Плечевой ремешок. Комбинированный. Кожа, цепочка. Тоже отдельный карман еще сзади. И примерно такая же модель, даже не примерно, на Sony. Цена, скорее всего, тоже 129 евро. Сейчас посмотрим вот на этой сумке. Может быть, здесь есть ценник. Но здесь тоже нет. Но, скорее всего, также 129 евро минус 20%. Тоже комбинированный плечевой ремешок. Рюкзак. Оранжевый рюкзак. 119 евро. Это средний размер. Минус 20%. Это средний размер. Так, такая сумочка у нас 89 евро. Минус 20%. Идем дальше. Красный цвет. Такой сатчел. Моделька Hope, 149 евро, минус 20%, тоже центральный замок на замке, плечевой ремешок кожаный и два на магните отдела. 149 евро, минус 20%. Такая модель кроссбоди, плечевой ремешок, ценника здесь нет, давайте другой посмотрим. Вот он есть, да, вот здесь. 129 евро. Минус 20%. Кстати, вот такой есть. Такая модель, 3 в одном. Идет здесь 199 евро. Изначально 675. 199 евро, минус 20%. Здесь есть клатч. Клатч на магните. Здесь тоже есть кармашек. И идет еще кроссбоди отдельно. То есть 3 в одном. Плечевой ремешок. 199 евро, минус 20%. Здесь кожа зернистая. Здесь кожа софьяна в канве. Так, эту модель показали мы. Такой шопер, кстати. По цене ценника нет. Greenwich. Ценника нет, но я думаю... А, нет, вот ценник. 129 евро. Минус 20%. Текстиль и вставки из кожи. Под рептилию. Такая модель есть. Но это синтетика, если честно, смотрится не очень, скажем так. 109 евро. Минус 20%. Такой шопер. Внутри текстиль. Michael Kors, естественно, все это. Но это не кожа, это синтетика. Идем дальше. Такая модель, 69 евро. Стоило 99. Плечевой ремешок тоже есть. 69 евро, минус 20%. Тоже 69. Это в замше.
здесь, ну, 69, значит, на 69 евро минус 20%. Рюкзаки в желтом цвете, это размер мини, 89 евро, минус 20%. Такая модель, 199 евро. Такая же модель в бордовом цвете, 129 евро, то есть разница вот в цвете из этих двух моделей. То есть 199 евро в бежевом и в бордовом 129 евро. Не забываем, от этой цены еще минус 20%. То есть цена меняется от цвета. Идем дальше. 89 евро. Минус 20%. Плечевой ремешок. И в желтом цвете такой шопер, 119 евро, минус 20%. В желтом, есть в зеленом, есть в зеленом и есть в серебре. И есть в серебре. По цене сейчас посмотрим. Так, у серебряного 139 евро. 139 евро минус 20%. В зеленом 119 евро, уже дешевле, минус 20%. Ну и желтый получается у нас, повторюсь, тоже 119 евро. То есть в серебре самый дорогой. Поставим на место. Это средний размер рюкзака в конве. 109 евро, минус 20%. И в желтом цвете плюс-минус такая же цена должна быть. 119. 119 евро, минус 20%. Вот эти модели, сразу видно, это из бычковой коллекции. То есть и фурнитура, и дизайн, это все бычковая коллекция. Сейчас посмотрим по цене. Тоже вот пыльник есть, один отдел на замке, 100, 195 евро. Вот видите, модель Whitney, 195 евро, минус 20%, но это бутик. То есть они сразу же отличаются выделкой кожи. Это тоже бутик, тоже вот пыльничек, плечевой ремешок. Видите, такая цепочка. По цене 279, но это неправильная цена, должна быть другая цена. То есть тоже около 199 евро. Здесь вот замок. Но, к сожалению, ценника нет здесь. Нет ценника. Но сумка классная. Положим обратно плечевой ремешок. Если кому-то надо, напишите, пожалуйста, на WhatsApp. Плюс 34-633-644-944. И мы уточним цену. Такая модель, 119 евро в белом цвете. 119 евро, минус 20%. Тоже центральный отдел на замке, на молнии и два отдела на магните. 119, минус 20%. Так, модель шопер. Эмилия, 99 евро. В желтом цвете. Большой размер, кстати, это. Центральный отдел на молнии. Такой лимонный цвет. Летний вариант. То есть, ну, достаточно большой. То есть это большой размер. Кожа мягкая. Кстати, вот в мятном цвете. 149 евро, изначально 450, модель Авриль. Это которая идет замша, вставки с перфорацией и кожа мягкая. 149 евро, минус 20%. Так, шопер такой мы показывали, серебристый. Здесь ценника нет тоже. Ценника нет, 329, но это неправильная цена. Идем дальше.
Тоже бутиковая коллекция, 109 евро, минус 20%. Комбинированная модель, кожа и замша. Очень классно. Мягчайшая кожа, повторюсь. На ножках здесь. Скорее всего, есть еще модельки и на складе. Один отдел. Ну, сумка классная. Такая модель у нас по цене 149 евро. Минус 20%. Сесса. Та же модель, как белая, но белая, возможно, чуть подороже все-таки, я думаю. И здесь фурнитура серебро, здесь фурнитура золото идет. 149 евро в таком цвете пыльная роза. 149 евро, минус 20%. От этой цены не забываем, все цены еще будут минус 20%. Тоже модель с бутиковой коллекцией. С такими стразиками. 185 евро, минус 20%. Фурнитура. Здесь идет золото. Видите, стразики такие. Здесь еще такая же эта вот модель. Их несколько штук. Рюкзаки в розовом цвете, в таком. Размер мини. 89 евро, минус 20%. Сумочки под воду, под бутылки. Так, по цене сейчас уточним. Плечевой ремешок. Здесь ценника нет. Это кожа и канва. Полностью в коже с перфорацией такой. 29 евро, минус 20% еще. 29 евро и минус 20%. Здесь регулируется плечевой ремешочек. То есть его можно снять и отрегулировать. И в коричневом цвете ценник вон на дне. Давайте достанем уж. Чтобы... Вот он. Тоже 29 евро. Минус 20%. От этой цены еще будет минус 20%. Идем дальше. 109 евро. Модель Аврир в золотом цвете. То есть очень большой выбор цветов, расцветок такой модели. 109 минус 20%. Здесь у нас 129 евро. 129 евро минус 20%. Центральный отдел на замке, на молнии, плечевой ремешок и два на магните. Есть ножки на дне. Вот, персиковый цвет сумка поясная. Да, через плечо можно. Это тоже бутик, 145 евро, минус 20%. Персиковый цвет такой. Здесь тоже отдел. А здесь 135 евро. 135 евро, значит, минус 20%. Должна быть такая цена. 135 евро, минус 20%. И рюкзак тоже из этой же коллекции. Такого же цвета. Тоже это все бутиковая коллекция. Ценник давайте найдем. Ценника здесь нет. Давайте в этом кармане посмотрим. 145 евро. И минус 20%. Мягчайшая кожа, повторюсь. Просто мягчайшая. И вот эту полочку сейчас покажем. Модель рюкзака Эмилия. 109 евро. Такой лососевый цвет. 109 евро, минус 20%. Два отдела. Это считается средний размер. То есть более чем. И такой же шопер Эмилия. Мы видели в желтом цвете. 99 евро. Еще недавно он стоил 119 евро. Сейчас 99 евро и минус 20%. Это такой же размер, как вот мы показывали желтый.
То есть один в один. Желтый и такой лососевый цвет. Так. Модель. Jet Set. Ценника нет. Изначально 359 евро была цена аутлета. Сейчас посмотрим на другой сумке, может там есть ценник. 199 евро есть. 199 евро минус 20%. Такой пыльная роза. 129 евро. Модель Hope. В розовом цвете. И все от этой цены еще будет минус 20%. Рюкзаки показывали. Пойдемте кошельки. Пойдемте посмотрим кошельки. Вот здесь. €129. Ценник не указан. Сейчас другие посмотрим. €65. 65 евро минус 20% в красном цвете. 65. Такой. Как клатч. Ценника здесь нет. Есть. 85 евро. Минус 20%. В черном также, я думаю, будет цена. Здесь ценника нет. Тоже цены нет. Джеме, рекордес кванто коста? €59 в цвете фукси. €59. Минус 20%. Аки тампоквай. Си? Очень тенэ. В белом цвете 89 евро. Минус 20%. Вот, нашли ценник. Сзади был. 89 евро. Минус 20%. Такой же кошелек в цвете фуксии. 59 евро. Минус 20%. Такой клатч. 79 евро. Но это неправильная цена. Должна быть ниже цена. Тоже 79 евро. Ну, показано 79 евро. Другой цены я здесь не нашел. Ну и все от этой цены еще будет минус 20%. Смотрите, в таком голубом цвете, светло-голубом, 49 евро. И минус 20%. Отделение для мелочи. Здесь купюры, карточки. 49 евро, минус 20%. Такие косметички были по 49 евро раньше. Скорее всего, и сейчас также 49 евро, минус 20%. Хотя изначально были 159 евро. Вот черный цвет точно был по 49 евро раньше. Да, вот, ценник есть. И сейчас тоже 49 евро. Черный цвет, black. И минус 20%. Общим планом сейчас снимем. А вот там кроссбоди еще, давайте посмотрим. Кроссбоди из бычковой коллекции, 109 евро, модели Ruby. Пыльник 109 евро, минус 20%. €99, мягкая зернистая кожа, €99, минус 20%. Кроссбоди. Мягчайшая кожа. Кстати, вот эти модели не было, вообще не привозили. Видите, такой переливающийся цвет. Как чешуя. 149 евро. Давайте посмотрим. Здесь, может быть, есть ценник. Тоже написано 149 евро. Но я думаю, что это неправильная цена. Цена. Quanto costa?
99 евро минус 20%. Я же говорю, то есть 149 евро неправильная цена. 99 евро минус 20%. И такая модель, ну тоже без ценника. То есть на многих ценник не изменили. То есть изначально на 179 евро, ну тоже где-то около 99 евро и минус 20%. Цена есть? También? Тоже 99 и вот это 109. Все 99 и вот это 109. То есть все 99 евро и минус 20%. В оранжевом цвете тоже получается 99 евро. Хоть здесь и стоит 149 евро. Так, покажем те модели. Все, кроме Фукси. Эти модели по 179 евро, минус 20%. Здесь эти модели по 149 евро тоже. Новая коллекция для понимания. Такая новая коллекция. 139 евро. Ой, 135 евро минус 20%. На новую коллекцию тоже будет скидка. Пойдемте. На часы тоже есть скидка минус 20%. Часы покажем общим планом. Все цены выставим в группе Вайбери. Цены разные, там 149 евро есть, 119, если не ошибаюсь, евро. Ну и минус 20% будет от этой цены. Си-си. Повторюсь, все цены на часы, все фотографии выставим в группе Вайбери. Если кто-то не присоединился, присоединяйтесь. Ссылка будет в описании под видео. Пойдемте покажем обувь, на которой тоже есть скидка 20%. На мужскую коллекцию, к сожалению, нет скидок сразу. На женскую одежду есть скидка. Вот такие косухи. Саная, сколько стоит? 245. 245 евро минус 20%. Все это, естественно, натуральная кожа, причем очень мягкая. Наверное. Made in China. Да, вот показано 100% кожа. Вот материал кожа. 100% кожа. Ну, очень мягкая кожа. 245 евро минус 20%. Ну, здесь на многих, практически на всех ценниках, этикетках нет цены. То есть, ну, вот это 159, но это неправильная цена. То есть, однозначно цена будет другая, платье. Это для понимания. И пойдемте покажем обувь с максимальными скидками, с красной ценой, от которой еще будет минус 20%. Это все новая коллекция. Такие кроссовки 89 евро в черном цвете, минус 20%. И в розовом цвете тоже 89 евро. Тоже 89 евро, минус 20%. И балетки еще в конве в темном коричневом цвете. 59 евро, минус 20%. И вот эти три покажем стенда. С кроссовками, с кедами, тут со всей обуви, да, есть.
И тапочки, то есть цена разная. Вот эти, допустим, 125 евро, минус 20%. Такие 89 евро, минус 20%. Ну все, постараемся сфотографировать и выставить в группе Вайбере. То есть, кому если что-то надо, смотрите в группе Вайбере. Такие ботинки, 175 евро на замке, кожа и канва. 99 евро. Очень легкие, 135 евро. Повторюсь, все фотографии выставим в группе Вайбере. Общим планом сейчас покажем. Кстати, вот эти сандали привезли уже на лето. 75 евро. Минус 20%. Разные цвета есть. 75 евро. Коралловый цвет. Так, вот эти кроссовки тоже классные. 99 евро. Минус 20%. И такие тоже 99 евро. А в таком цвете, в коричневом, 75. 75, 99 евро. Минус 20% от этой цены, не забываем. И последний стенд, да, с обувью. 99 евро. Такие сандалии. Сандаль. 99 евро. Кроссовки. 75. Ценника нет. Ценника нет. Эти 135. Эти что-то совсем дорогие. Минус 20%. Эти, возможно, что тоже 135 евро будут. И внизу 59 евро, кстати. Переливается, видите? 59 евро, минус 20%. Такая 99 евро модель. И полностью с белой пяткой тоже 99 евро. Тоже 99 евро. Ну, в принципе, все. Всем спасибо. Если будут вопросы, пожалуйста, пишите все на WhatsApp. Плюс 34-633-644-944. Повторюсь, доставка в Баку у нас 3 дня. То есть своя собственная служба доставки. Также есть доставка в Россию, Казахстан, Армению, Грузию. Все, всем спасибо.